Итак, здравствуйте, уважаемые подписчики и подписчицы моего канала. С вами снова Ежи Сармат в уже обычном для вас формате аудио и видеотрансляции на Твиче. Так, я надеюсь, меня слышно и видно. Всем добрый вечер, кто в данный момент меня видит и слышит. Так, что нам пишут? Пошел вон ньюфак. Да, на кого-то уже обращены лучи ненависти. Всемирная организация здравоохранения расширила понятие бесплодия и причислила его к инвалидности. Об этом пишут Daily Express. То есть бесплодность теперь инвалидность. Вот так вот. Ежи теперь считается инвалидом, что ли? Ну, я вазэктомию-то не делал, поэтому, в общем, тут все нормально. Надо ожирение причислить к инвалидности или какой-нибудь астигматизм, и тогда я буду жить на пособие. Да. К страдающим бесплодием причислили всех тех, кто не может найти подходящего сексуального партнера или испытывает дефицит сексуальных контактов, чтобы завести детей. Ну, в принципе, любой человек может сказать, что он испытывает дефицит сексуальных контактов и хочет еще больше. Так. Тут нет ни подписчиц, ни леваков. У вас от волнения иногда бывает. Нет, у меня есть подписчицы. Я верю в это. У меня много сексуальных азиатских подписчиц. Просто они прячутся за фейками. Никак не пойму, почему нет причинно-следственных связей. Поясни, плиз. Ну, я не отрицаю причинно-следственных связей, в отличие от маргинала. Но маргинал, собственно, его аргументация сводится к тому, что причинно-следственные связи, они неверифицируемо. То есть, ну, это всегда умозрительно, если мы относительно какого-то явления говорим, что вот у него такие-то причины и такие-то следствия. Это принципиально недоказуемо. Ну, в общем, если вы хотите подробнее про это, то можете Юма какого-нибудь почитать, откуда маргинал, собственно, все это и взял. Так, у моего дяди была кассета в свое время с записями нацистских маршей. На обложке кассеты тупо черный свастон на красном фоне. Ну, вообще-то свастон должен быть на белом фоне, на фоне белого круга. Ну, вообще-то супрема, как бы нацистский флаг это супрема, сочетание черного, белого и красного. То есть, такое. Гитлер носил под носом квадрат Малевича, на самом деле. Так вот, его мама, в скобках моя бабушка, дико начинала бомбить, когда он ради тролля ставил на магнитофоне эту штуку и приговаривала: «Выруби этот собачий лай, чертов!» Бабушка была военным журналистом. Ну, такое. Так, добрый вечер, жирная свинья, пишет мне.